Люберецкое хуторское казачье общество отправило очередной гуманитарный груз российским бойцам в зону специальной военной операции. С начала спецоперации люберецкие казаки собрали и отвезли 17-ю партию гуманитарной помощи. На передовую отправят два автомобиля с адресным грузом по заказам участников СВО. Помощь российским бойцам собрали представители казачьего общества и ветераны боевых действий. Стояли под Херсоном, потом с Херсона нас вывели в Клещеевку, в Работино, вот. Потом попали в Луганск, потом пошел во второй батальон, то 6 месяцев отслужил, потом еще 6 месяцев. Короче, год на передке. Последняя должность была старший пулеметчик роты. Сейчас нужно нам, самое главное, всем собираться, всему народу, помогать ребятам. Нужно все. Отвезли огромное количество и специзделий, и, это, и дроны, и РЭБы, и машины. Вот, благодаря помощи нашего главы Люберецкого, много чего мы довозим, и губернатора Московской области тоже он оказывает помощь огромную. Сети, медикаменты, дроны везем, там две машины у нас готовятся. Везем луганское направление сейчас.